Меня зовут Павел Фролов, я генеральный директор GNU Linux Center, и сегодня мы поговорим о том, что такое вообще свободное программное и свободное аппаратное обеспечение, потому почему это круто и хорошо. Я буду говорить громче в микрофон, как меня просит оператор. И кроме того, мы еще поговорим о бизнес-модели свободного программного и аппаратного обеспечения, модели открытых инноваций, о том, как на базе всего этого дела можно круто строить стартапы и IT-инфраструктуры бизнеса, и как можно управлять информационными системами, СПОшными бизнесом. Linux Center уже 14 лет занимается тем, что продвигает свободное программное обеспечение, и мы делаем все, что только можно придумать в этой области. У нас есть несколько компаний, которые объединяют то, что они строят свою деятельность на базе свободного программного, свободного аппаратного обеспечения. Это либо услуги, либо программно-аппаратные комплексы на базе открытых устройства и технологий. У нас много партнерских статусов, мы много чего знаем, у нас крутые заказчики, мы понимаем, что нужно объединяться всем, кто занимается свободным программным обеспечением, поэтому мы активно работаем в Российской ассоциации свободного программного обеспечения и стремимся, чтобы все, кто занимается свободным программным обеспечением, делали это как-то вместе, свои усилия объединяли. Вот. Если посмотреть на то, что происходит сейчас с технологиями индустрии, мы видим, что идет развитие по спирали. История, она вообще всегда развивается по спирали. И то, с чего начиналась компьютерная индустрия в середине прошлого века, когда были большие сервера, и к ним программы были бесплатным приложением, и наиболее распространенный сценарий использования железа был такой, что организация приобретала железку и сама писала софт, который ей нужен был для работы. Вот. Потом, собственно, в 80-е годы появились персональные компьютеры, появилась индустрия разработки программного обеспечения, появились первые свободные проекты. Потом появились всякие интернет-сервисы в 90-х, потом начались тенденции перехода от поставки программ к поставке сервисов, и в конце концов произошла облачная революция, и снова мы пришли в ситуацию, когда программы пишутся для себя. При этом, как правило, вот эта вот программная инфраструктура, она сейчас наиболее эффективно собирается с помощью СПОшных компонентов. Где-то 2, по-моему, года назад, или 3, я был на партнерской конференции компании Red Hat, и генеральный директор Red Hat Джим Уайтхерст показывал кадры с оранжевой революцией в Украине, и говорил то, что вендоры айтишные проспали оранжевую революцию в области IT, потому что заказчики больше не нуждаются в вендорах для того, чтобы делать крутые IT-проекты. И в частности, он приводил пример компании Amazon, которая взяла и сделала, собственно, дофига интересных облачных проектов. Соответственно, сейчас мы видим, что круг истории провернулся, мы снова примерно там же, где начинали там, в середине прошлого века, только качественно изменилась технология. Раньше были огромные сервера, а теперь мы видим, что сервера миниатюризировались. Вот был доклад про ARM-процессоры. Соответственно, сейчас у нас уже у каждого в кармане может быть свой веб-сервер. Мы, кстати, в Linux Center сейчас с этим экспериментируем. У нас сейчас есть проект носимого веб-сервера, который ты просто с собой носишь, и, соответственно, в любой момент можешь подключиться к нему через интернет и с ним поработать. Но я про это чуть позже расскажу. Соответственно,
что помогло совершить вот эту революцию? Помогли четыре свободы программного обеспечения, про которые часто люди забывают. Вот поднимите руки, кто знает четыре свободы программного обеспечения. Одна рука, какой ужас. Люди на Linux сессии. Мне тогда про них сейчас поговорим, да? Значит, свободная лицензия, любая, которая вот, одобряется Free Software Foundation, она дает пользователю четыре свободы. Это свобода запускать программу с любой целью, изучать, как программа работает, распространять копии программы и улучшать программу для того, чтобы принести пользу обществу. И такие же свободы сейчас есть для аппаратного обеспечения, что вообще очень круто. То есть ты можешь использовать устройство с любой целью, ты можешь изучать, как устройство работает, ты можешь делать копии устройства и их распространять. И ты можешь эти устройства улучшать. Ну, в качестве примера свободных устройств, там все знают Arduino. Ну, их сейчас есть очень много. В первую очередь, конечно, там разные варианты компьютеров, но есть и другие. Я сейчас про них чуть позже расскажу. Значит, эти четыре свободы дают кучу бенефитов. Они дают свободу выбора, то есть возможность снизить затраты путем выбора оптимального состава услуг по различным сервисам, которые поставляются вокруг свободного боя, на которых, собственно, идет основной заработок. Это свобода маневра, то есть возможность сменить поставщика услуг. Это свобода дальнейшего развития, то есть независимость от технологической политики поставщика программного продукта, и свобода волеизъявления, то есть возможность влиять на процесс разработки через участие в сообществе разработчиков. Соответственно, основные плюсы от использования всех этих свобод получают те, у кого наиболее масштабное внедрение свободного программного обеспечения. Тогда там, свободные программы, там, включая ту же самую GNU Linux, внедряются на один компьютер, тут не очень может быть большая экономия, но когда они внедряются там, на сотни тысяч компьютеров или на сотни тысяч серверов, тут экономия получается огромнейшей. И главный выгодоприобретатель, просто по масштабу, это государство. Те государства, которые сейчас используют свободное программное обеспечение активно, они получают огромную экономию, и у них резко активизируется развитие отрасли информационно-коммуникационных технологий. Кстати, сейчас очень круто идет этот процесс в Латинской Америке. Там такие страны, как Бразилия, Венесуэла, они там жгут нереально. То есть, например, в Венесуэле, кто знает про декрет о Линуксе, который Чавес принял? Знает кто-нибудь? Нет? Короче, в Венесуэле при Чавесе приняли закон, который гласит, все государственные учреждения Венесуэлы обязаны использовать только свободное ПО. В Мюнхене с 2003 года вышла программа перехода всех государственных... Ну, про Мюнхен, я думаю, все знают, да? Поднимите руки, кто знает про Мюнхен. Все знают про Мюнхен, да, я тоже знаю. Про Венесуэлу никто руки не поднял, да? Так вот, все государственные учреждения Венесуэлы обязаны использовать свободное ПО. Вторая статья декрета, она объясняет, что такое свободное ПО. Третья статья. Если какое-то государственное учреждение не может использовать свободное ПО и вынуждено использовать коммерческое, оно пишет запрос в местное Министерство науки и технологий, в котором аргументирует, почему оно не может использовать свободное ПО, просит разрешение использовать коммерческое. Министерство науки и технологий рассматривает этот запрос, если он адекватен, то дается разрешение использовать коммерческое ПО, а разработчикам ставится задача повторить этот функционал свободным ПО, чтобы больше такого безобразия не было. Соответственно, те деньги, которые сэкономила Венесуэла, ну это правда по слухам, сам не проверял, они привели к тому, что каждый школьник Венесуэлы, когда идет в школу, получает от государства в подарок ноутбук для того, чтобы он лучше мог осваивать информационные технологии. Ноутбук, естественно, с Linux. Соответственно, скоро эти миллионы школьников из Венесуэлы там, закончат школы, потом института, а потом, вполне возможно, мы этого ждем, изменится вообще баланс на мировом IT-рынке. Потому что, когда все поголовно люди в какой-то стране являются компьютерно грамотными,
Вот такого мы еще не видели. Собственно, они еще и линуксоиды все. Прикиньте. Линуксоидский код просто индийского. Да, выйдет там линуксоидский код, там вот. Дальше про заказчиков. Заказчики получают независимость от поставщиков решений, и умные заказчики, они сейчас какую бы систему ни заказывали, они следят, чтобы она шла с исходным кодом, системой сборки и с полной документацией. Свободное ПО, они могут оставить себе ту часть IT-бюджетов, которая сейчас тратится на закупку лицензий коммерческих. А это в интеграционных проектах примерно половина стоимости проекта. Соответственно, интеграторы в результате могут либо в два раза снизить свои цены, либо в два раза повысить зарплату своим сотрудникам, либо сделать в рамках проекта в два раза больше. Вот. А разработчикам не нужно изобретать велосипед. Можно через участие в сообществе получать последние, собственно, по последнему списку моды, все технологии, и их уже сразу же применять в своих проектах. Вот. Дальше очень важный момент по поводу поставщика сервиса. Я даже, наверное, мотаю назад, да, по поводу свободы маневра. Вот кто является самым главным поставщиком сервиса для вас, как вы думаете, самым лучшим? Вот здесь присутствующих. Поставщиками сервиса? Ну, услуг в области установки программ, их настройки. Сами себе. Сами себе. Гениально. Именно так. Первое, что нужно делать в мире свободного ПО, это помогать себе самому. Все, что ты можешь сделать сам, сделай сам. Это радикально повышает эффективность. Дальше, если ты сам не можешь сделать, ты идешь к кому? Друзья. Коллеги. Коллеги ты идешь. Помоги. Ну, там. В общем-то, тут, я насколько понимаю, большинство людей там с админой, так или иначе, да, то есть, ну, фактически ваши коллеги идут к вам как раз в рамках ваших контор для того, чтобы вы сделали для них то, что они не могут сделать сами. Если вы уже в рамках своей конторы не можете справиться с чем-то, вы тогда идете там списки рассылки, спрашиваете, если вы совсем не можете, не хватает компетенции, знаний, вы идете к внешним поставщикам сервиса. Ну, сначала там региональным, потом федеральным, потом уже заграничным. В результате получается очень правильное и справедливое распределение денег в системе. То есть, все то рабочее время, которое нужно для того, чтобы решать задачи, оно так или иначе превращается в деньги. Соответственно, деньги зарабатываете либо вы, ну, либо экономите, да, либо ваша контора, и дальше уже по нарастающей. Там пример, радикальный пример плюсов от использования этой модели можно привести в виде сети магазинов «Магнит». Кто знает, как устроена сеть магазинов «Магнит»? Что это за сеть? Значит, сеть магазинов «Магнит». Это сеть магазинов, которые продают продукты питания. Она зародилась в Краснодаре. В Краснодаре умные люди посадили IT-отдел. Сейчас там работает порядка 30 человек. Все делают на СПО, в опенсорсе. Когда к ним приходит продавец какого-нибудь коммерческого ПО, они внимательно его выслушивают, получают его коммерческое предложение. Дальше спрашивают свой IT-отдел, слушайте, ребята, вы можете сами это все реализовать? Те, как правило, говорят, ну, можем, но вот нужно столько-то времени. Дальше это время умножается на зарплаты, и, как правило, выясняется, что реализовывать все самим это чуть ли не в 10 раз дешевле, чем покупать готовый коммерческий продукт. Ну, конечно, реализовывается на СПО. Соответственно, «Магнит» — это сейчас четвертый ритейлер в мире по капитализации. Соответственно, они недавно отрапортовали, что несмотря там на вторую волну кризиса, у них все хорошо, у них растут там прибыльные продажи, и они каждый день открывают сейчас, по-моему, 5 новых магазинов, каждый день. Соответственно, у них все на Linux, у них все на СПО, там, ну, инфраструктура самодельная, и она максимально эффективна. То есть они мало того, что эффективно используют там IT, они еще очень эффективно используют людей. То есть их подход такой, что нужно как можно меньше людей использовать для решения задач всей компании и максимально все автоматизировать. Соответственно, даже когда-нибудь зайдете в «Магнит», посмотрите, как там кассовый аппарат, например, выглядит. Вместо того, чтобы покупать там под другие сети там кассовые аппараты каких-нибудь зарубежных поставщиков, они
так сделали. Это железный ящик, в котором лежат деньги. Это UFS. И это обычный компьютер с Linux, на котором стоит самописный софт для реализации кассового аппарата. То есть даже кассовый аппарат они не покупают, а делают сами себе. Ну, потому что у них сейчас там 5000 магазинов или что-то такое. То есть, в общем, при таком масштабе экономия получается очень серьезной. И, соответственно, я думаю, что таким макаром они всех порвут скоро. Они даже станут ритейлером номер один, потому что их эффективность, она просто очень высокая, она больше, чем у конкурентов. Соответственно, они могут в результате держать ниже цены, поэтому к ним идут все покупать. Данная идея СПО, она активно сейчас развивается и в других областях. Но вообще есть лицензии семейства Creative Commons на любые объекты авторского права. Любые творческие произведения. Есть Open Hardware Definition, как я уже говорил, это свободное аппаратное обеспечение. Есть свободные информационные справочные системы, ну там типа Википедии и OpenStreetMap. И есть целые сейчас общественные проекты, которые опираются на свободные лицензии, из которых мой самый любимый — это проект Global Village Construction Set. Это что-то типа Вики, на котором собирается информация о том, как построить полностью самообеспеченное домохозяйство. Это примерно 50 областей, в которых нужно решать вопрос, там начиная от производства энергии и заканчивая, собственно, выращиванием еды. То есть там идея какая, что ты покупаешь необходимые комплектующие детали, примерно 15 тысяч долларов это стоит, а дальше ты можешь просто вот в чистом поле, там, в горах Алтая, окопаться и полностью построить себе самообеспеченный хутор, который там позволит обеспечить жизнедеятельность тех, кто там живет. Соответственно, там 3D-принтеры, которые печатают садовый инвентарь, там гидропонная система, на которой выращивается еда, там специальные трактора, на которых там пашется земля. И, собственно, вот это все класс сделай сам. То есть ты все сам себе делаешь и круто существуешь. И дальше они сейчас работают над тем, чтобы как можно сильнее снизить цену вот этих вот начальных вложений, чтобы в конечном счете в идеале она снизилась до нуля. И это вот реально очень круто. Теперь очень интересный вопрос по поводу денег. Свободный совершенно не значит бесплатный. То есть совершенно не значит, что те, кто занимается Linux и свободным программным обеспечением, не должны зарабатывать денег. Значит, вот пирамида того, на чем зарабатываются деньги. Единственное, что здесь пропущена еще самая большая ступенечка, связанная с поставками оборудования со свободными прошивками, ну там типа там, телефонов с андроидом. Соответственно, чем больше ступенечка, тем больше денег. Значит, больше всего денег зарабатывается по модели сдачи всего как сервис. Инфраструктура как сервис, платформа как сервис, программа как сервис, бизнес-процесс как сервис. Вот Selectel делает примерно это, да? Да. Вот, соответственно, вы находитесь, да, в основании пирамиды практически. Дальше меньше денег в заказной разработке и гарантийном сопровождении технической поддержки третьего уровня. Третий уровень — это когда нужно запрограммировать патч, прислать его клиенту, чтобы решить его задачу. Дальше идет консалтинг, системная интеграция. Дальше идет техническая поддержка первого и второго уровня, когда это колл-центр, который либо по базе знаний решает вопрос, либо моделирует проблему на стенде, после чего вносит ее в базу знаний. И на вершине пирамиды находится обучение. Денег здесь меньше, чем в других ступенечках, но это самое важное. Все решают кадры, и, соответственно, очень удачно как раз на самую вершину попало обучение. Рынок свободного программного обеспечения в России очень серьезно растет. При этом нам отрадно видеть, что большинство заказчиков, они как раз сейчас понимают, что самое эффективное, когда ты все делаешь сам. Например, служба судебных приставов, у нее вся информационная система сначала была на базе свободного программного обеспечения, а сейчас она сама себе сделала дистрибутив Linux, сама его сертифицировала по требованию безопасности в стек, и сейчас будет внедрять на всех своих там тысячах, десятков тысяч компьютеров и серверов. Вот это вот то, как правильно должны тратиться вообще государственные деньги с максимальной эффективностью. На мой взгляд,
надо стремиться к тому, чтобы деньги от закупки иностранных там, программно-аппаратных продуктов переключались в сторону повышения зарплат просто людям, которые работают в госструктурах. И на всем остальном нужно максимально эффективно расходовать деньги. И, соответственно, вот пример там, службы судебных приставов, который, наверное, сейчас такой азбучный будет, надо как-нибудь их наградить, в общем, поощрить, что они такие молодцы. И существует сейчас еще довольно много структур, которые решают задачи в России на свободном программном обеспечении, но в первую очередь всякие силовые структуры, ракета «Булава» летает под управлением Linux, там всякие сейчас беспилотники. И также есть и структуры там, медицинские, образовательные, кстати, очень много сейчас свободного программного обеспечения Linux в медицине, там, десятки тысяч рабочих мест уже, и потихонечку другие структуры подтягиваются. В государстве приняты документы, которые очень правильные. Там есть план перехода всех федеральных органов на свободное программное обеспечение, но единственное, что сейчас круто действительно в эту сторону двигается, это как раз судебные приставы. Остальные серьезно отстают, такое где есть даже прямой саботаж этого плана. Но в первую очередь это потому, что люди, в принципе, сейчас большинство людей не врубаются в области государственной власти о том, почему СПО это хорошо и почему нужно его развивать. Поэтому, собственно, и не очень-то хотят эти планы выполнять. Вот. Но, правда, в условиях того, что сейчас творится там, с международными санкциями, интерес к СПО очень сильно возрастает. И совсем недавно, например, было принято решение о том, что вся инфраструктура электронного правительства должна быть создана свободного программного обеспечения. Кого? Сервисы ЖКХ хотят. Ну, ЖКХ, да, это тоже правильно. Вот, ну, соответственно, у СПО сообщества есть куча сайтов, которые вы все, наверное, знаете, но разве что, может быть, IBM Developer Works не все знают. Я интересую, кто знает IBM Developer Works? Почти все, ну ладно. Короче, там очень много статей, посвященных свободному программному обеспечению, программированию и так далее. Кстати, многие из них пишем мы. Вот. Соответственно, про открытые инновации. Значит, если сейчас возникает идея какого-то нового бизнеса, нового продукта, вообще, что такое инновация, кто знает? Качественно новое что? Отношениями с сообществом и вообще сообщество рассматривать как ресурс. При этом возникает вопрос, а как услуги и сообщества можно оплачивать. Тут есть разные варианты. Либо можно в проект контрибутить. Selectel контрибутит? Правильно. Либо можно брать на работу видных участников сообщества. Либо еще есть вариант, когда просто вот когда выбирается поставщик сервиса, вот, самый симпатичный для вас поставщик сервиса, кроме вас самих, это разработчик того продукта, который вы используете. Потому что уж он-то про свой продукт знает все. И, соответственно, он максимально быстро сделает то, что вам с этим продуктом нужно. Дальше. Сообщество научилось финансировать неокрыт сейчас. Через краудфандинг, там, Kickstarter, Indiegogo — это очень мощные ресурсы. Мы сейчас, кстати, сами активно начинаем осваивать это. И получается, что открытая инновация — это когда сообщество финансирует неокр, а дальше выясняется, что когда есть готовый продукт, ну, там, либо это программный какой-то продукт, либо это программно-аппаратный комплекс, встает вопрос его введения на рынок. И вывести на рынок продукт эффективно может только крупная корпорация, особенно если речь идет о производстве аппаратных продуктов. То есть когда она делает железки, выясняется, что крупные монстры могут это делать очень дешево, и поэтому нужно идти продаваться этим крупным монстрам, и они будут уже производить продукт, выводить его на рынок. Соответственно, получается, что стартапы и сообщества начинают, корпорации выигрывают, и происходит перекачивание денег из карманов не очень
обеспеченных стартапов, карманы очень обеспеченных корпораций, которые просто контролируют средства производства, либо монополизируют выход на рынок там, цифрового контента, то есть там, тот же самый App Store, например. Ты не можешь сейчас для Apple программу вывести мимо Apple, соответственно, Apple назначает монопольно высокую оплату, сколько он должен получить за то, что ты для там, iOS выводишь программу. Сейчас, кроме открытых инноваций, начинают набирать силу инновации, которые я лично называю партизанскими. Это когда и NeOKR сообщество организовало, и производство и техподдержку также организовывают сообщества. Соответственно, в качестве примера такого проекта партизанских инноваций можно привести проект OpenPilot. Поднимите руки, кто знает про OpenPilot. OpenPilot — это очень крутой проект. Кто не знает, советую посмотреть. Есть очень крутых две статьи, там первая и вторая часть, написанные на компьютере онлайн про OpenPilot. Короче, люди сделали систему для построения автопилотов и вообще беспилотных летательных аппаратов, которая полностью опенсорсная, которая там на порядок дешевле, чем аналогичные коммерческие продукты, и у них крайне грамотно устроен вообще процесс ее разработки был. То есть сначала они написали программку, которая умеет летать на FlightGear. FlightGear, знаете, да, авиасимулятор. Потом они сделали железку, которая умеет летать на FlightGear, и все отладили. А потом они эту железку поставили в настоящий самолет, и она уже нормально работала, сравнительно, потому что она была хорошо отлажена на первых этапах, и, соответственно, вот этот цикл у них продолжается. То есть сначала софт как бы летает на эмуляторе, потом железо летает на эмуляторе, а потом уже на реальных продуктах они это делают. Так вот, у них идет сейчас производство и реализация там, специальных контроллеров для летательных аппаратов, для автопилотов и так далее. И только член сообщества может участвовать в производстве и продаже этих устройств. И, соответственно, уровень торговой наценки в этой системе жестко задан — это 5%. Соответственно, здесь нет никакого вообще возможности там работать для перекупщиков. Только члены сообщества, все покупают там друг у друга, и, соответственно, в основном люди хотят покупать именно их продукты, потому что они намного круче, намного дешевле, чем коммерческие аналоги. Вот сейчас есть большое количество новых станков производственных, которые относятся к классу Digital Fabrication. Digital Fabrication — это цифровое производство. Ты станку устанавливаешь файлик, он тебе в ответ вещь дает. Это может быть там станок для лазерной резки, фрезерный станок, 3D-принтеры разнообразные. И существует по всему миру сейчас сеть фаблабов, фаблаб — это слово Fabrication Laboratory, в которые можно прийти и сделать небольшую партию устройств в таком вот, условно говоря, кустарном режиме. Но на самом деле в ситуации, когда уже по всему миру есть сеть таких фаблабов, а там все больше и больше идет распространение и удешевление станков класса Digital Fabrication, получается, что скоро сообщество само себе сможет все сделать. И тогда оно не будет зависеть от корпораций, которые имеют монополию на средства производства. И наступит давно обещанный теоретиками коммунизм. Соответственно, нужно использовать силу сообщества. Примерно такой же девиз, кстати, я видел вот на стойке у бара «Ключ». Там по-другому, но тоже про то, что прибудет с тобой сила. Соответственно, можно привести несколько примеров того, как СПО помогает строить новые продукты. Помните, как на рынок Петербурга выходила Йода? Вот. Появилось там вот 3 или 4 назад на рынке 4G-интернет. Вот. По-моему, они давали модемы. Ну, вот они выдавали модемы. Соответственно, эти модемы раздавали дешевый интернет. Они обвалили очень здорово цены на рынке, потому что тогда там корпоративное подключение офиса, оно стоило там, ну, в среднем 10 тысяч рублей по городу были цены, можно было найти за 5 кое-где, а кое-где ломили все 30, где провайдер ходил там сговор с руководством бизнес-центра, чтобы бизнес-центр не пускал других провайдеров. Пришла Йока и сказала: вот, смотрите, 4G-свисток, 900 рублей в месяц, 10 мегабит. Ну, там, на самом деле, конечно, было не 10, а
2, но все равно это было намного круче и дешевле, чем вот вариант там бизнес-центра. Поэтому активно небольшие фирмы начали переходить на Йоту. Дальше встал вопрос, что с этим модемом делать, как раздать интернет на офис. И там один очень правильный человек написал драйвер M2 Max. Дальше выяснилось, что этот драйвер M2 Max очень легко можно сунуть в прошивку OpenWrt. И появился целый класс фирмочек, которые начали вставлять драйвер M2 Max в прошивке OpenWrt, а там на рынке там, Горбушка, Юнона появились ларьки, где висели объявления «перепрошиваем роутеры под Йоту». Соответственно, эта прошивка прошивалась в роутер, в нее втыкался свисток, соответственно, интернет раздавался на небольшой офис, и, собственно, все были счастливы. Можно было подключить и телефонию, причем люди дальше ушли, пошли дальше, они Астериск в эти же роутеры поставили. Вот о чем? Нормально. И там у нас там один из наших коллег, он поставил этот роутер Астериск, подключил к нему внешнюю звуковуху и себе сделал голосовое меню интерактивное для того, чтобы переключать радиоканалы у себя дома. То есть, соответственно, он включал у себя звуковое сопровождение с телефона, там набирая соответствующий тоновый код. Ну вот. Современные технологии дают много простора для развлечения, когда они все открыты, и с правильного места растут руки. Другой пример — это Arduino. Arduino — это очень интересный пример того, как может помочь людям свободное аппаратное обеспечение. Соответственно, это микроконтроллер для того, чтобы делать быстрые прототипы новых микроэлектронных устройств. И, соответственно, здесь можно делать эти устройства без необходимости что-либо программировать на ассемблере, без необходимости что-либо паять. Есть огромное сообщество, которое написало кучу библиотек на все случаи жизни, поэтому можно просто скачать и применять. В результате по миру разошлось сейчас несколько миллионов этих устройств, и народ сидит сейчас по разным гаражам и клепает различные станки с цифровым управлением, в первую очередь 3D-принтеры роботов, и вплоть до того, что у нас сейчас есть заказы с производств, где люди строят там датчики подсчета готовой продукции на конвейере на базе Arduino, там фасовочные какие-то линии, там, вплоть до системы управления электричеством на предприятии. Ну там через, там, конечно, дополнительные уже шилды и модули. Вообще штука, она позволила большому количеству людей сейчас выйти вот именно в сторону создания железок разнообразных. Ну и, конечно, всякие роботы. Мы на базе Arduino сделали проект, который называется Scratchduino. Это образовательный проект, робоплатформа, которая позволяет обучать детей основам алгоритмизации при программировании роботов, а дальше она учит их делать роботов. Ребенка, когда он способен сам, скачав схемы с нашего сайта, вытравить печатную плату, ее распаять, пойти в FabLab, напечатать на 3D-принтере корпус, либо вырезать его лазером, все это собрать, чтобы все было красиво, потом запрограммировать это, там, Arduino IDE, и, соответственно, вот когда он все может сделать, значит, он уже взрослый инженер. Может быть... Ну, вы знаете, мы еще никого так не научили, поэтому сколько этот процесс будет длиться, я не знаю, но вот закончим мы вот на этом. То есть, в принципе, я так думаю, что этот процесс будет длиться, как на скидку, лет 7. То есть мы придем в 5 класс, в 5 классе у нас дети будут учиться сначала программировать, а где-то уже в институте они уже будут травить и паять платы. Может быть, конечно, быстрее, я буду рад, если там еще в школе. Ну, вообще, кстати, мы столкнулись с тем, что у нас в России катастрофически мало людей осталось, которые способны вытравить и распаять печатную плату. И те люди, которые способны это делать, они крайне заняты, они паяют. Сейчас не стоит очередь. И нужно заниматься таким обучением. Дальше, 3D-принтеры.
Вот. Как раз вот есть в Питере творческая группа, которая сделала 3D принт, соответственно, там разделить вот фаланг, каждый фаланг, каждый палец по фаланге на 3, соответственно, получается, что 15 хоткеев можно прямо на руку сделать, и можно очень быстро вот так вот пальцем кликать, быстрее, чем мышкой. Вот, соответственно, рядом еще есть мышка и клавиатура, там можно еще, еще больше ускорить геймера. И, соответственно, свой первый прототип для того, чтобы показать это все инвесторам, они делали как раз на базе Arduino. Они взяли перчатку, на Arduino это все сделали, и дальше уже, считая, что гипотезой там подтверждена, прототип действительно работает, они начали делать готовые изделия. Что ж такое? Мы на базе ISCO технологии сейчас делаем стартап, это сервис организации интернет-радио, интернет-телевидения. Начиналось все с интернет-радио, сам радио, сейчас проект называется iTeleRadio. Там есть возможность организовывать как радио, так и телевидение с управлением через веб-интерфейс, и все это на базе свободных продуктов собрано. Дальше. Про вторую волну кризиса хочется поговорить. Значит, вот этот график, который выведен на экран, нам дали в Институте прикладной математики имени Келдыша Российской академии наук, и он был нарисован тремя аналитическими группами в 2005 году. Соответственно, он достаточно хорошо предсказал кризис 2008 года, и сейчас по этому графику начинается в активную фазу вторая волна этого кризиса, которая пик придется на 2015 год. Видно, что это прогноз мирового валового производства. Соответственно, видно, что производство сейчас готовится упасть в два раза от минимального уровня предыдущего кризиса. Это, в общем-то, означает, что будет хреново. В некоторых областях мира будет нечего кушать, и люди будут умирать с голоду. Из-за этого они, конечно, будут воевать. Естественно, будет достаточно серьезная мировая нестабильность, вообще все будет хреново. Вот. Но дальше есть и хорошая новость, что это, конечно, закончится рано или поздно. И начиная там, с 2016 года мировая система управления будет реформирована, после чего начнется рост. И достаточно неплохо все, кто сможет выжить, в том числе и бизнесы, они смогут вернуться там, к достаточно серьезному благоденствию. И если посмотреть на то, что сейчас делать там, сисадминам и IT-директорам, планируя свои инфраструктуры, то можно вспомнить известную сказку про трех поросят. Помните, да, там был Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф. Ниф-Ниф решил схалявить. Он все сделал очень быстро, и, соответственно, в сказке он построил хижину из соломы. А в нашем примере, когда мы проводим параллели с этими директорами, системными администраторами, которые планируют IT-инфраструктуру, тут Ниф-Ниф все сделал на облаках. Очень круто, можно пойти, там полубесплатные сервисы, что-то вообще бесплатно, почту на Google, там, управление проектом на Basecamp, там, какую-нибудь там телефонию на какой-нибудь облачный сервис телефонии, сервера подняли там на Амазоне, сидим, самый первый все закончили, все работает, все хорошо, улыбаемся и пляшем. Вот. Второй IT-директор, он, в общем-то, поднапрягся чуть побольше, он все построил на коммерческих программных продуктах. Ну, например, на Microsoft поставил себе. Все себе там, сервис там Hyper-V там у него, там Unified Communication, там этот Blink, да, там Office 365. Вот. Все у него тоже хорошо, все работает, но, правда, больше пришлось потратить денег, ресурсов, и свою инфраструктуру он контролирует лучше. А третий сисадмин и IT-директор, он был самым умным, он свою инфраструктуру построил на базе кирпичиков open source продукты, которые сымитированы лицензией GPA. И вот он тогда, возвращаясь к прогнозу про кризис, да,
вот, когда кризисом сдуют все облака и все IT-инфраструктуры, которые построены на коммерческом ТО, собственно, последний самый умный сисадмин, IT-директор, не только совершенно не пострадает от этого, так он еще и сможет помочь двум своим менее дальновидным коллегам, которые прибегут к нему как сказки и скажут: слушай, вот у нас все накрылось, а у тебя-то все работает, можешь поделиться с нами твоей IT-инфраструктурой, может, мы тебя копернем образом в твоих виртуалах, ты нам научишь, как там их админишь, и мы дальше уже будем, как у тебя, все делать, потому что, собственно, это все там бесплатно. Ну, поддержка будет нормальная или ненормальная, но, по крайней мере, это не приведет до краху бизнеса, а может еще... Ну, смотря какие отношения, да, если к вам друг придет, вы бесплатно все дадите, если там придет там конкурент, вы там конкурента погладите на этом фоне. Так что вот, собственно, open source и свободное программное обеспечение и помогут нам строить и жить, и в конечном счете все будет хорошо. Конечно, смотри, какая борода. Томом, да, и за ним все, он там Торвальдс, эти из-за плеча выглядывает. И все прочие. Вот. Соответственно, вот источники того, что я рассказывал. Если кому интересно почитать много-много аналитики на этот счет, то на сайте журнала Linux Format есть раздел, который называется «Внедрение свободного ПО в России». Там несколько лет мы делали исследования в интересах государства, все аналитические отчеты там лежат. Больше 1000 страниц, в которых там можно и про весь мир узнать, где чем внедряли, где успешно, где неуспешно. Про Мюнхен там тоже есть, про Венесуэлу и, в общем-то, про все страны. Вот. А сейчас, если еще вы готовы слушать, наверное, имеет смысл сейчас задать вопросы, если они есть. Дальше я хотел еще галопом пройти про самым нашим любимым свободным решением для управления бизнесом. Ну и вообще там. Строительство мусорных систем. Да. Вот, допустим, я в компании, в которой мне нужно свое вклад. То есть я не хочу тратить чужое. Ну, очень правильно. Да. Во-первых, потому что не хочу денег платить, во-вторых, потому что я хочу, чтобы оно было закрыто в сердце. Вот. Есть ли какие-то решения, которые позволяют уже готовы развернуть у меня облако и управлять этим достаточно сложно, с какими-то мордочками? Значит, есть несколько решений, которые позволяют вам все это делать, и, соответственно, одно из этих решений как раз породила компания Amazon, Amazon Elastic Cloud. Соответственно, есть OpenStack, есть OpenNebula, вот, и есть сейчас еще несколько решений такого же класса, но единственное, что они сейчас все пока достаточно аскетичны в плане интерфейса. То есть, они там не так много рюшечек в каком-нибудь там VMware или там в облаке Microsoft, но все, что вам нужно, вы сможете сделать себе. И вы сможете себе построить полностью контролируемое вами приватное облако и уже ни от кого не зависеть. Там есть какие-нибудь системы, разворот всех? Да, да, все там база, есть. Да. Типа, ну, то есть у меня есть система создания сервера, там есть контролеры, там, и я хочу создать новый сервер, там, и сразу же его развернуть, настроить на них, поставить базу данных. Да, это все можно реализовать, собственно, например, да, вспомнив то, что говорили на предыдущем докладе, и как раз там говорилось, что с OpenStack'ом это все хорошо связывается, но при этом вариантов сделать то, что вам нужно, их сейчас много. Наберется. Единственное, что хотелось бы добавить в OpenStack, что это не готовое решение, Open не было на плане более рабочих решений. Мы пробуем внедрять OpenStack, работаем на нем, но правило нужно очень хорошее внедрение. Есть классические клиенты, самые известные, да, сейчас на плане Realities. Realities, да, да. Они оказывают уже поддержку, когда можно внедрение. Вы пользовались нет? Нет. Знаете, я, кстати, вот знаю очень много контор, которые
с OpenStack разобрались сами. Себя. Ну, то есть там ничего сверхъестественного нет. Берешь и разбираешься. Да? Того же Миратиса, просто из свободы, можно все, все эти готовые решения взять себе. Просто нужно разобраться со всем, что написано. И... Дальше, если вы торопитесь, вам некогда разбираться, нанимаете кого-то, кто уже потратил время. Ну, если... очень дорогая. Ну, разные есть варианты. Вы даже нас можете нанять. Дальше уже просто смотрите там, своих, учить там, нанимать кого-то. У меня вопрос про кризис и про коммерческое. Когда компьютеры стоят, лицензии там есть, все работает, а в чем здесь кризис? Значит, вот сейчас у нас кризис достаточно серьезно уже начинается, да? У нас уже страновые боевые действия потихонечку начинают затягивать, начались санкции. Соответственно, вот сейчас есть компании, которым отказано в технической поддержке от компании Microsoft, Oracle, HP и IBM. Соответственно, и от Red Hat, кстати, тоже. Соответственно, вот сейчас у них еще все работает. Сколько это будет работать? Это большой вопрос. Если ситуация будет ухудшаться, то в интернет будут запущены боевые вирусы, которые все коммерческое ПО вынесут вообще на раз. Есть уязвимости, которые можно задействовать. И, собственно, все системы, которых с безопасностью плохо, которые там имеют доступ в интернет и так далее, они будут уничтожены, либо еще и принесут ущерб организации, которая так не повезет. Но это, я надеюсь, что такого не дойдет. Такой сценарий киберудара. Спасибо. Еще у меня есть вопрос про Open Hardware. Планируется расширение рынка? Значит, ноутбуки на Open Hardware уже есть. Они называются Limot, их делают в Китае, и на таком ноутбуке Stomp, кстати, сейчас работает. Ну, у нас, кстати, там один из сотрудников подходит к ноутбуку, смотрели. Забавно такая штука, MIPS процессор, там внутри Debian. Вот. И, собственно, как раз вот на китайских процессорах, на открытой архитектуре их клепают. И сейчас, в принципе, довольно большое количество появилось однопланных компьютеров, которые просто втыкаешь там, монитор, клавиатуру и мышь, можно работать. Вот самый такой продвинутый компьютер, который мы сейчас распространяем в Linux-центре, называется Linuxin. Это причем проект, что меня довольно сильно удивило, болгарский. Вот, люди в Болгарии тоже вот посмотрели, что происходит, и сделали вот свой вариант. Вот это тоже NARM. А так вот есть кубиборды, есть Linuxin, ну, в принципе, вот есть Raspberry Pi, на базе которых люди спокойно сейчас клепают рабочие станции, либо тонкие клиенты. Есть проекты, вот у меня сейчас довольно много общаемся с людьми, которые образованием, компьютеризацией образования по всему миру занимаются, есть люди в Африке. У них есть проект, когда они приезжают в африканскую деревню, где вообще ничего нету, там только какой-то там ветрогенератор, который электричество вырабатывает, и строят там компьютерный класс, вообще с нуля. Ну, то есть там выделяют какая-то хижина, они там компьютерный класс делают. Как они это делают? Они берут с собой два рюкзака, очень больших. В один набивают мониторы, вот так вот пачкой грузят его в автобус, второй набивают клавиатуры, мыши и Raspberry Pi. И приезжают в деревню и фигачат там класс на 30 компьютеров, который там обходится там, ну, там, в пару тысяч долларов. Все про все получается. И, собственно, вот африканские дети счастливы. То есть современные вот эти вот технологии открытого аппаратного обеспечения, они, кстати, позволяют еще очень здорово снизить цены. И сейчас там, идеологи этому, вот, тот же самый вот идеолог движения фаблабов, Нил Гершенфельд, он сейчас говорит, что мы вступили в эпоху, когда кто угодно может делать что угодно. Дальше вот остается только немножечко с этим свыкнуться и что-нибудь хорошее сделать, что улучшит жизнь людей. Еще вопросы? Как правительство влияет на улучшение, к примеру, движение массы? Значит, правительство, оно может влиять только двумя способами. Она может распространять информацию и что-нибудь финансировать. Соответственно, мудрые правительства, они активно распространяют информацию о том, что СПО это круто,
и финансируют соответствующие проекты. Тут, кстати, хотелось бы как раз к опыту Мюнхена обратиться. Вот вы уже говорили, да, вот то, что Мюнхен перешел на Linux. Очень был длинный и непростой у них путь. Там начали они переход, все отрапортовали, что типа вот круто, Мюнхен переходит. Потом руководитель группы перехода перешел на работу в компанию Microsoft. Потом, там, в 2008 году было, проект был заморожен. Потом начались разборки, типа, какого хрена он заморожен. Его снова там возобновили. Потом там тоже какие-то начались темы, что-то вот мы все посчитали, вроде получилось дороговато, может не переходить. Потом еще раз пересчитали, а вроде получилось дешево, и надо перейти. И в конце концов они перешли. А вот недавно вот та вот группа, которая там закаленная в боях, по переходу там, на Linux, которое все правительство Мюнхена перевела, она и говорит, что слушайте, ребята, смотрите, кончается поддержка Windows XP. Огромное количество компьютеров вообще в Германии, они то ли выбрасывать, потому что на них там, современной версии Windows не поставишь, то ли что, непонятно. Давайте мы всем скажем, что можно просто тупо перейти на Linux, и поскольку у нас уже есть готовый дистрибутив, который, собственно, для госорганов Мюнхена отлично был разработан и поддерживается, вот давайте мы его просто разошлем всем, кому нужно переходить там с Windows XP. И, соответственно, они запустили такую программу, диски напечатали, там определенную популяризацию, и, по-моему, у них все это обошлось. Я вот точно не помню порядок, то ли 10 тысяч евро все это обошлось, то ли 100, но точно не больше, чем 100 тысяч евро. Вот. Закрыть вопрос там миграции с Windows XP на Linux уже там для всех граждан Германии, кто этого хочет, предлагаю. А когда счет велся именно то, что различие? Юзеры, пользователи, домашнего человека? Да просто они распечатали эти диски, кто хочет, берите. Там такой подход. Как распространение рекламное было? Да, да. Там именно как раз вот информирование, то есть в основном это проект информационный, плюс они дисков затиражировали. И если, кстати, посмотреть примеры того, как вот за границей идет государственная поддержка ИСПО, то там они что делают? Они делают репозитории, в которых они выкладывают типовые проектные решения для информатизации. Причем тут дело совершенно не ограничивается Linux. В общем, Linux скачать много ума не надо. Вы сами способны разобраться, они там выкладывают системы для электронного правительства, для электронного голосования, там, для систем, кто знает, Ушахиди, например. Ушахиди, кто знает? Знаете Ушахиди? Очень крутая штука. Короче, это система для... Извините, что я вас, а источник кода какой-то на именно эти... Репозиторий? Да. Ну вот европейский репозиторий называется Adulact. Вот вы найдете ссылки на все эти репозитории, вот там вот в тех наших антических исследованиях, которые вот ссылку на сфотографии, там все есть. Короче говоря, там лежит огромное количество типовых решений, вплоть до того, что лежит, например, типовая система автоматизации деятельности кладбища. То есть просто вот любой, у кого есть кладбище, идет туда, качает, не надо ничего придумать. То же самое медицинское учреждение, образовательное учреждение, там электронный муниципалитет, все лежит, соответственно, и постоянно еще апдейтит система. И вот, соответственно, если есть еще вопросы, тогда вот можно как раз плавно перейти вот к подобным типовым проектным решениям, которые, кстати, не только для госорганов, но и для бизнеса хороши. Вот. Начнем мы с Drupal. Короче, да. Ушахиди. Что такое Ушахиди? Ушахиди — это очень крутая система. Значит, она что позволяет сделать? Это геоинформационная система, которая позволяет собирать от населения информацию, привязывать ее к географическим координатам. То есть на базе этой системы делаются, например, проекты типа «Почини улицу», когда люди пишут, что у нас там протекает крыша вот с такими-то географическими координатами, или у нас не закрытый люк. Да. Вот как наш проект «Красивый Петербург». Ну, например, я, кстати, подозреваю, что «Красивый Петербург» на Ушахиде сделан. У нас там у них все самописное. Ну, вот если они самописные, то они просто изобрели велосипед, как часто бывает, потому что вот есть готовый движок,
И, собственно, этот движок очень круто несколько раз был применен для того, чтобы быстро ликвидировать последствия катастроф. Одна из очень интересных была историй, когда на Гаити было землетрясение страшное. Там очень много людей погибло, и полностью была развалена система управления. То есть не было связи толком никакой, правительство толком не функционировало. И приезжало большое количество людей со всего мира помогать эту катастрофу как-то ликвидировать. Ну, там, из России, например, приехало там, несколько бортов МЧС. Соответственно, вот они прилетели, а что им делать-то? Вот они видят перед собой какие-то проблемы, могут их разрулить. А может быть, их помощь очень сильно нужна там в 10 километрах отсюда, они про это не знают. Соответственно, был развернут портал Ушахиди, была сделана система связи по СМС. То есть можно было просто СМС-ку отправить, что типа вот тут срочно нужна вода или лекарство, или тут из-под завала слышны крики. Вот, это все наносилось на карту, и дальше спасатели просто вот в режиме такого тоже краудсорсинга, они просто тоже отвечали, а мы поехали туда. Вот. Там пишутся, что слышны крики из-под завалов, несколько сообщений, значит, скорее всего, так и есть, пока никто не отписался, что он там людей откапывает, мы едем, будем откапывать. Раз, это все на карту наносится. Соответственно, это что-то типа такого ситуационного центра народного получается. И подобные системы использовались, и сейчас используются в секторе Газа. Там, в России их использовали много раз уже для тушения лесных пожаров, тоже очень удобно. Вот у нас пожар, он как-то распространяется. Люди просто этот пожар видят, на карте отмечают, дальше уже можно лететь его тушить. Пожарник будет все это видеть. А поиск малазийского Боинга тоже был в Ушахиди сделан? Я подозреваю, что поиск малазийского Боинга был просто сделан на базе проекта OpenStreetMaps. И, собственно, Ушахиди тоже использует этот проект, потому что любые другие картографические сервисы, они столкнулись с тем, что их начинают вдруг править в угоду там, политической конъюнктуры. Когда, например, Израиль напал на сектор Газа, там карты вдруг начали там, на Гугле, например, очень сильно меняться. Поэтому было только на картах, вот, опять же, от сообщества. Вот. Ну, это вот было про Ушахиди, это одно из типовых решений, которые здорово позволяют вот, эти местное самоуправление организовать. Дальше Drupal. Ну, кстати, поднимите руки, кто использует Drupal. Не очень много. Есть кто-то, кто не знает, что такое Drupal, не слышал про это особо? Нет. Значит, я тогда очень кратенько. Drupal позволяет делать сайты. Собственно, есть и другие похожие проекты, ну, там, типа WordPress, Joomla. Ну, собственно, мы любим Drupal, потому что он позволяет делать достаточно тяжелые проекты. В нем есть большое количество модулей, и, соответственно, мы как раз его позиционировали как хорошую систему для создания сайтов госорганов. Мы на нем делали сайт Министерства юстиции Российской Федерации. Соответственно, получилось достаточно прилично. Федеральное министерство и там более 80 территориальных органов работают. Также на Drupal сделан сайт там, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной службы судебных приставов, Высшего арбитражного суда и довольно большое количество там, региональных администраций делают. Кстати, официальный сайт Якутии также на Drupal сделан. Большое количество организаций Drupal используют, и, в общем, хорошая штука для того, чтобы делать сайты, либо для того, чтобы построить стартап, который как SaaS-сервисы предлагает большое количество сейчас хостингов, которые предлагают просто сразу подключить готовые Drupal сайты на хостинг. Ну, наверное, про Drupal понятно, вот Alfresco. Это более интересное решение, не так много их его знает. Кто знает Alfresco? Хорошо. Вот. Alfresco — это замена Microsoft SharePoint. То есть это хранилище для документов, которые позволяют разграничивать права доступа. Единственное, что это еще пуще конструктор, чем OpenStack. Вот. Выглядит там базовую установку все крайне аскетично.
И, соответственно, когда люди строят информационные системы на Альфреске, тут есть два варианта. Либо они ее перепиливают для того, чтобы на ней сделать уже необходимый там, прилично выглядящий интерфейс. Либо есть другой вариант, более, кстати, легкий. Они ее используют только как хранилище и больше как ничего. И отображение перекладывают на какой-нибудь готовый портальный движок, ну, например, на тот же самый Drupal, либо на Liferay. Там те, кто вот на джаванщине любят, они вот строят такую. То есть формула такая, Alfresco все хранит, а Liferay все отображает. Вот у нас сейчас есть проект такой, мы делаем портал для администрации города Новокузнецка. Соответственно, там внутри Alfresco. Внутренний документооборот, внешний документооборот, обращение граждан регистрируется там же. А, собственно, весь интерфейс, он идет через Liferay. Ну, соответственно, что еще хорошо в Alfresco, там можно конструировать бизнес-процессы. С конструкторы бизнес-процессов, соответственно, можно наладить там цепочки прохождения документов, их согласование, там, правил хранения и так далее. Вот. Дальше крутая штука, есть Шуба CRM. Снимите руки, кто использует Шубу CRM. Круто. Значит, Шуба CRM, она позволяет вести полностью контроль всех отношений с клиентами. И есть, кстати, еще достаточно мощный проект сейчас, это VTiger. Какое-то время немножечко было под скис. Это, кстати, проект индийских программистов, но... В общем, достаточно прилично тоже выглядит. Сейчас он довольно активно развивается, поэтому если есть задача внедрения CRM-системы, надо выбирать между Шуба CRM и VTiger. Шуба CRM — это штука очень мощная и очень развесистая, поэтому главная задача, когда ее внедряешь, это выключить все ненужное, чтобы люди не путались, и это бывает надолго затягивается. VTiger, он, в принципе, прямо из коробки уже может работать. Поэтому, там, если нужен быстрый результат, VTiger может быть более предпочтителен. Ну и CRM, Шуба CRM тоже очень крутая, потому что, как, кстати, в случае с Alfresco, есть две версии. Есть Community Edition, open-source и бесплатная, есть коммерческая. И, соответственно, сидит большое количество людей, которые фигачат коммерческую версию, и там много всего интересного. Хитрые мобильные интерфейсы сейчас уже разрабатывают там системы для того, чтобы автоматизировать там порталы самообслуживания. И потихонечку это все там в Шубе CRM перетекает из Enterprise в Community, там оно, в принципе, более развесистое. Соответственно, кстати, к Шубе CRM активно люди прикручивают Asterisk, и дальше получается вообще очень красивая вещь, когда можно по любому клиенту поднять там всю переписку с ним, все телефонные переговоры прям можно послушать, особенно если вдруг клиент покупал, потом перестал, можно вообще туда пойти и послушать, что ему в последний раз ответил менеджер, из-за чего больше покупок не происходит. Ну и в общем, Шуба CRM написана на PHP, что позволяет дешево ее кастомизировать под ваши нужды. И работает полностью через веб-интерфейс. Воронки продаж можно строить. Там, в общем, есть много-много модулей. Там можно планировать календари рабочие, можно планировать задачи раздавать по всем сотрудникам, можно вести техническую поддержку прямо там, мероприятия планировать и проводить, дальше смотреть, как мероприятие приведет к продажам. Можно делать почтовые рассылки, можно делать там телефонные прозвоны. Штука мощная, но, как я уже говорил, слишком навороченная, поэтому, как правило, очень многое приходится выключать. Ну, Redmine тоже, надеюсь, все знают. Поднимите, кто использует Redmine. Хорошо. Ну, собственно, это система для управления проектами, которая, кстати, очень круто интегрируется с системами контроля версий, и в результате можно посмотреть, какой код был написан при закрытии того или иного таска, и, соответственно,
строить разбор полетов в случае чего, если вдруг таск был закрыт неудачно. Огромное количество модулей есть для Redmine. Есть, кстати, модули и интеграции с сервисами всяких телеконференций, типа BigBlueButton, по-моему, OpenMeetings. Вот. Соответственно, очень круто для того, чтобы управлять проектами, и в отличие там, от какого-нибудь Basecamp, вы сами контролируете свою систему управления проектами, что хорошо в свете всего того, что я сказал ранее. Сейчас лучше всю свою инфраструктуру контролировать. Это правильная концепция и облако построить себе самому, еще и на своем железе, еще и проследить, чтобы были бэкапы на разных технических видах в разных странах. Вот. Ну, вот так вот галопом пробежались. Резюме всего, что я сказал во второй части. В мире свободного программного обеспечения есть сейчас много, так сказать, бизнес-ориентированных приложений, которые позволяют очень здорово повысить эффективность бизнеса, если все это внедрить, друг с другом интегрировать. И, в общем-то, в кризис это все поможет. Вот как-то так. Если есть какие-то вопросы, буду рад ответить. Да, почему вы не сделали облог, например, почтовые свободы программы? Я надеюсь, что вы сами способны вот, про почтовые. Ну, что, в двух словах, есть Зимбры и Зарафы из таких вот самых бодрых вещей. Ну, кто платный? Да ладно. Наоборот, наверное. Вчера я, может быть, отстал от жизни. И в Зимбре, и в Зарафе были open source. Зарафу, если не ошибаюсь, купили, сейчас ее продают. Это Зимбру купили и продают. Но это не помешало. И еще потом ее перекупили. А продажи. Не, но все равно открытый код ты не можешь купить и продать. Ты можешь купить команду. Соответственно, код открыт, система работает. То есть, если там совсем будет плохо, ее форкнут. Будет вместо жирафа, там, не знаю, бегемот. Все будет то же самое. Ну да, ну и шлюзы, например. Ну, вот, идите сюда и расскажите еще там, про шлюзы, что я еще пропустил. Там, про системы там, управления телефонией. Ну, просто я надеюсь, что админские темы вы и так знаете, а вот про бизнес, возможно, что кому-то было полезно. Кто считает обзор бизнес-решений полезным сегодня? Ну, вот, значит, угадал. А кому не хватает обзора всяких админских вещей? Ну, можно сделать на следующий Linux вместе, не вопрос. Спасибо. Все, спасибо.